جریان حاضر کمالار میدانگی چکو گیرش ماخته پفیل مدخیل راسته و اینگی کرش کسمانه حالا دوامی ترمز جدول ده گورن لرن خم ایت بوتا قالی شو پلده چونکی مخوم اپاقانه گرش میده میتالورگیسو مومن اوزگی اخشمگین حالت ده این آخر گورن ده لیکن حالا موسومنی این کتا قسم آلدون ده ترپ ده فقط اوشه این کتا قسم ترپ ده گنده همان ارزانه تشتب کویشکن بول میده ایت اپورنه زونه کزلکومه Тройка атакующих хавбеков. Айбек Нурматов и Ислом Кинжибаев под номерами 77 и 10 фланги. А 87 номер с капитан Алишер Санаев играет в центре под нападающим на позиции форварда. Пас отправляется в штрафную площадь, ждет ответной передачи, но пас пошел в другой район. Подбирает на правом фланге мяч Гафурбеков. Ложный финт, продвижение вперед. Навес во вратарскую, удар, и кажется, мяч уткнулся. Красивым акробатическим приемом Абдуманонов скидывает мяч налево. Там, скорее всего, Ташкузиев отправляет мяч во вратарскую. Очень хорошо. Металлург, кстати, начинает. Вот пятая минута пошла. Вроде как и в старте он был. Кстати, желтый показывает. Один из героев Набокова. Ну, сзади играл. Я не знаю, насколько здесь жестко против Татлычка. О них потом. После этого стандарта, навес, мяч поле покидает. Уткнулся в рекламный. Как говорится, сейчас нам расскажет Козылком, отправив мяч в штрафную площадь. Борьба в воздухе. Металлург оборонялся. Выбивает мяч. Металлург разворачивается. Абрадович. Ну что, обрадует команду, пока Металлург в этом сезоне еще не забивал. Эфиани он тут вот обрадовал. Тебе игрока, это очень важно. В Торе там разберемся, насколько это было опасно. Ну, сзади, да, приблизительно за то, что и получил Эфиани. За это же получает центральный защитник Металлурга. Ну, посмотрите, там можно калаш увидеть. Так, а ой, какая красота! Ой! Ох, какой момент это был! Вечер перес... Карьера на спад. А здесь, конечно, Кинжабаев красавец. Мяч получил, обыгрывает игрока, обводит кочку, выходит один на один, бьет в угол, и Артыков команду спасает. К сожалению, камера нам не дала полноценного насладиться этим моментом. А вот отсюда мы сможем насладиться классным проходом Кинжабаева. Спортом. Ну и вообще можно и спорта брать. А так, так, вот это интересно. До удара дело дойдет. Абрадович переводит мяч направо. Подбирает Гафурбеков его. С левой ноги готовит удар. Это я ставлю без комментариев. Пока один опасный момент. Навес. Такой, знаете, навес. Атака, тем не менее, позиционно продолжается. Артыков без проблем здесь мяч забирает. Да, о, да. Ой, Артыков, видели, да, как? Пошел, запинал Халтураева. Потом первый матч полуфинала Кубка Короля. А сегодня Суперлига. Да, сегодня Суперлига у нас. Два матча обязательно вам покажут в прямом эфире, даст Бог. Так что подключайтесь к нашей трансляции. Смотрите, наслаждайтесь футболом. Смотришь и сравниваешь с современным футболом. Опять же, вес. Что, выпинали? Да, на точку показывает рефери. Так, Тарасов сейчас... Ну, глупый поступок Тарасова. Мы не знаем, что он там сказал. Но вы слышали, да, Джавахир Ильясов? Голкипер. И тебе тоже желтую. Еще одну скажешь, что я тебя вообще выгоню. Мамат Хаджай получил желтую. Тарасов что-то ляпнул арбитру. Это в любом чемпионате, в том числе и у нас. Смотрим, как у нас развивались события. Заброс мяча в штрафную. Падение игрока. Рефери промежуточно, друзья, указывает на точку. Промежуточно. Там был ВАР. Он этот эпизод смотрел бы. Видно. Ну, я здесь не буду делать никаких выводов. Дисквалифицирую до конца. Так. Вот вопрос. Да? Ну, слово не воробей, да? Что? Так. На колени готов Мамухаджаев упасть. Значит, его желтая карточка отменена. Да? Так, пенальти здесь нет. Все, окей. Или есть. А Тарасов уйдет с поля за свои слова.
Зидан нигде, ни в одном интервью не сказал, что там произошло. Как настоящий мужчина, да, вот он все сказал, это между нами останется. Он знает, я знаю, Бог знает. Вот. И все, друзья, первый тайм у нас закончен. Или что там, да. Кинжабаев заряжает мяч в штрафную, во вратарскую. Артеков без проблем забирает мяч в руки. Никакого. Халтураев идет, в мяч тыкается. А также Кинжабаев крутит Вахобов. Это интересно, но, друзья. Но время-то тает. Время стремительно подходит к концу. Есть полчаса, как скажешь, да, но эти полчаса поверх мне быстро пролетят. Поэтому надо бить и забивать! Вот это Галечник! И, конечно, здесь Джавахир Ильясов не прав. Классный удар со средней дистанции. Шахзод Гафурбек. Мяч получил. Ударил. Ну... Все понимаю. Рикошет. Согласен. Поле не идеальное. Да, тут мяч скочит. Там, может быть, куда-то в кочку угодил мяч. Но вратарь такие должен решать. Неуправляемые. Классно. Гафурбеков, Абрадович. Дальше Уримбаев. Штрафную. Старается тут. И не зря старается Марко. Навес. Штрафную. Ташку Зив слева заряжает. Саноев успел спрятать с ручки. Причем... Так. Забирает Удасов мяч. Этот мяч. Было бы здорово. А в итоге желтый он получает. Турнир. Мы будем смотреть за выходом. Это не выход 1-1. Ну, с острого угла делать. И еще 12 раз расписали мировую. Между собой эти два клуба. 59 голов Металлурга при 6. Там где-то, может быть, подфартит. Навес. До удара дело пока не дошло. А вот удар от Джураева. Навес. Мяч в воздухе во вратарской. Ташкузи выносит. Талмасов, Кинжабаев. И заряжает Кинжабаев, зарабатывая от... Да ничего не зарабатывает. Конечно, знаем. Уримбаев выигрывает воздух. Также выигрывает борьбу в воздухе Вахобов. И здесь Ильяс Ташкусиев есть. Талмасов бежит к нему навстречу. Кажется, упустил мяч за пределы поля футболист Бекабада. Атака продолжается. Удар не точно. Отвод в своей жизни пережил. Мяч-то точно покинул пределы поля. Ну... Какая разница, все равно же Бекабадзе к этому более или менее привыкли. А вот что касается гостей, давайте смотреть на вес. Опа, и нет, до удара дело не доходит. Подбор, заброс штрафную и скидка. И выносит мяч.